Великая княгиня Мария Романова, внучка Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая II. Считается, что наследников по мужской линии рода не осталось, поэтому она была провозглашена наследницей российского престола. На встрече с представителями власти великая княгиня рассказала о миссии дома Романовых, который сегодня является культурно-историческим институтом и работает над сохранением русских исторических и культурных традиций. В ходе беседы речь зашла о недавнем столетнем юбилее Октябрьской революции. Великая княгиня высказала мнение, что императорский дом в равной степени несет свою долю вины за то, что в России свершилась революция. Именно в такой юбилейный число, я думаю, что это важно, что я могла приехать и высказать тоже от императорского дома, тоже наши обвинения, что-то не так сделали, тоже где-то, в общем, мы все раньше или позже все были некоторые степени немножко виноваты. Великая княгиня пробудет в Рязани несколько дней. В воскресенье она побывала на молебне в Свято-Троицком монастыре и Рязанском Кремле, где осмотрела Успенский и Христорождественские соборы. Ну, цель – познакомиться с вашим краем. Давно мечтала именно этот край, куда столько добрых людей отдали всю свою жизнь, свою родину. Во вторник великая княгиня примет участие в открытии мемориальной доски в память посещения Рязани императором Николаем II на здании железнодорожного вокзала «Рязань-1».